Семен Гудзенко, перед атакой, 45-я параллель. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв! И умирает друг. И значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год, вмерзший в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв! И лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо, но нас уже не удержать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную, и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую.